Здравствуйте, Александр Яковлевич. Доброго здоровья. 13 сентября вы отметили свой день рождения. Как обычно любите проводить этот праздник? И меняются ли вот с каждым годом ваши предпочтения? Ну, обычно 13 сентября – это уже гастрольный сезон, поэтому я провожу свой день рождения, как правило, на гастролях. За исключением круглых дат. 30, 40, 50, 60, 70, если дождемся. И на сцене, полукруглые – это точно на сцене. Так что был концерт большой, сольный, в Ленинграде. После концерта часа полтора посидели, да разъехались, потому что надо было с утра вылетать на гастроли уже. Понятно. Какие подарки обычно получаете? Вот самый запоминающийся какой был? От коробки спичек до Мерседеса. Самые разные. Мне главное, я уже об этом много раз говорил, мне главное, чтобы люди дарили от души, от сердца и желательно то, что мне нравится, то есть заинтересовано. Я сам люблю делать подарки, поэтому я никогда не дарю денег, например, в конверте. Я это не люблю. И никогда не передариваю подарки, которые дарили мне. У меня их много, как вы понимаете. Но я их не передариваю, потому что я люблю выбирать человеку подарок. Вот я знаю, допустим, что вы, к примеру, увлекаетесь, я не знаю, собиранием марок. Я вот пойду в магазин, сейчас, слава тебе, Господи, можно все купить, и буду искать вам классер, он называется, по-моему, а может быть, я ошибаюсь, но вот этот журнал для марок такой, альбом. Вы известны своей любовью к собакам, но коллекционируете бультерьеров. Почему вот именно на них пал свой выбор? Бультерьер – это собака, между прочим. Это не акула и не утка. Поэтому я люблю собак, но я всегда держу бультерьеров. Американского бульдога 14 лет отдержал. Сейчас у меня бультерьер. Потому что я люблю эти породы. Я люблю, если вам что-нибудь скажет это, я люблю больше Габена, нежели Делона. Мне нравятся несладкие типы мужчин. Перейдем к вашему творчеству. Вот нельзя сказать, что вы артист одного жанра. И шансон, и рок-н-ролл, и романсы. А какой все-таки вам ближе жанр? Я всегда говорю о том, вы могли об этом прочитать неоднократно. Я говорил о том, что мой жанр Розенбаум. Но это не потому, что я вот такой крутой, так сказать. Нет, это просто потому, что так получилось. Вы не втиснете, вы сами об этом сказали. Вы не втиснете меня ни в один жанр. Но ни один рок-н-ролльщик не скажет, что вот наш рок-музыкант Розенбаум. Ни один джазмен не скажет, нас джазмен Розенбаум. Ни один симфонический музыкант не скажет, наш классический музыкант Розенбаум. И так далее. Но у меня есть и те произведения, и вторые, и третьи, и четвертые, из разных жанров. Потому что я вот такой вот, я уродился. А как к пародиям относитесь? К пародиям, если они... Вы всегда ведь можете увидеть пародию разумную, правильную какую-то, да, смешную и добрую. И вы всегда можете увидеть злопыхательство. А чего больше сейчас? Вот даже не касаясь вас, а касаясь вот ваших коллег. Вот то, что происходит сейчас на сцене. Пародисты соревнуются между собой. Вот, вы знаете, я к пародистам спокойно совершенно отношусь. Я считаю, что это не лучшая эстрадная специальность. Поэтому я не берусь ее судить. Пусть люди судят. Кто что из себя представляет. Я не люблю жанр пародии. За редким исключением. Был замечательный пародист в советское время Виктор Чистяков. Замечательный, погибший, к сожалению, трагически. Ну, сейчас, пожалуй, Володя Винокуров. Вот он, так сказать, как-то со своим театром пародии очень прилично работает. Он добрый человек, он правильно улавливает объект пародии и что в этом объекте пародировать.
достаточно большое количество пародий, но никаких. Кроме того, чтобы обыграть. К примеру, этого я не видел. Я просто говорю, к примеру, там мою лысину. Или там какой-нибудь гоп-стоп какой-нибудь. Но это большое достижение у некоторых пародистов. А так, в принципе, более ничего не видел хорошего. Тексты ваших песен отнюдь не простые. Как происходит рождение? Сколько времени уходит для того, чтобы... По-разному. Ну, во-первых, давайте мы сначала выясним этот вопрос, коли мы на телевидении, может, и люди правильно потом будут говорить. Там, я у меня есть четверостишие. Зарубите себе с детства, графоманы лопухи. У поэтов нету текстов, у поэтов есть стихи. Тексты есть у журналистов в газете. У них тексты. А у поэтов, если они поэты, у них стихи, они стихи пишут. Стихи бывают чистые, стихи бывают песенные, да? Но это стихи должны быть, прежде всего. А тексты, что такое тексты? Не понимаю. Текст, вон, на передовице в газете «Правда». Поэтому я пишу стихи. Хорошие или плохие, не мне судить. Но я пишу стихи. Я не пишу текстов. А вы производите впечатление все-таки серьезного, строгого и требовательного к себе человека. К юмору как относитесь? Потрясающе. Замечательно. И без юмора, как можно жить без юмора? Но юмор нужен там, где он возможен и где он нужен. А есть вещи, к которым с юмором вообще сложно относиться. Кто самый главный критик? Кто первый? Я. После вас кто первый прочитает ваши стихи? Есть у меня люди, которые тонко очень чувствуют поэзию, очень тонко чувствуют, знают ее. И если они меня поправят, то я только им спасибо скажу. А так, кто мои критики? Да те, кто рядом, прежде всего. Я когда написал что-то, я сразу тому человеку, который рядом, сразу сливаю эту информацию. Огромное количество ваших песен посвящено Петербургу. С годами вас радуют изменения в вашем любимом городе? Да, меня радует, вне всякого сомнения. Кто бы что ни говорил, меня эти изменения радуют. За один Константиновский, я всегда говорю, за один Константиновский дворец. Власти нужно сказать большое спасибо, потому что раньше на месте Константиновского дворца был общественный туалет, разваленный. Была просто свалка кирпичей. И восстановили шедевр архитектуры, зодчества. Сделали потрясающее место для приемов гостей нашей страны. Замечательная резиденция, которая доступна туристам, что немаловажно, потому что я не очень люблю закрытые какие-то памятники архитектуры, в которые не могут войти люди посмотреть. Так что это только одна небольшая страничка, а так очень много. Невский совершенно преобразился. Вокруг Невского улицы, переулки, проспекты стали по-другому выглядеть. Не все сразу. Есть еще масса точек приложения для ленинградской власти, для общероссийской власти, для людей. Много чего еще можно и нужно делать. Но то, что уже сделано, это прекрасно. Вот, кстати, наш губернатор, он тоже из Петербурга, Вадим Потомский, он говорит относительно Орла, что нужно еще много сделать, хотя вот за последнее время сделано достаточно много. Если вы раньше были в Орле, вам доводилось раньше быть в Орле? Конечно. Город хорошеет, город ремонтируется потихоньку, город восстанавливается. Ну, нужно иметь терпение и желание. Терпение людям, желание власти. Спасибо вам большое. Ждем вас снова в нашем городе. Дорогие орловчане, очень рад, что приехал сюда. Люблю ваш город. С удовольствием выступаю здесь. Здоровья, просто здоровья и добра вам. Спасибо.